Здравствуйте, друзья. Пресненский районный суд. Сегодня 10 утра. Много людей. Будет решаться вопрос о применении меры пресечения в отношении депутата Мосгордумы Шереметьева Олега Михайловича, который многократно критиковал председателя Мосгордумы Единоросса Шапошникова с доходом 2 миллиарда рублей в год, критиковал Единую Россию, мэрию Москвы, и вот в отношении него возбудили уголовное дело. Сегодня будет решаться вопрос, останется он дома или же будет заключен под стражу. Нет политическим репрессиям. Свободу Шереметьеву. Здравствуйте, друзья. Я сейчас нахожусь возле кабинета депутата Московской городской думы Олега Шереметьева. Кабинет этот, вопреки обыкновению, сегодня пустой, поскольку Олег Михайлович не имеет возможности в нем работать. 20 августа наша власть перешла на новый виток политических репрессий. В этот день был отравлен Алексей Навальный за свою оппозиционную деятельность с санкцией политического руководства страны. И было возбуждено уголовное дело в отношении оппозиционного депутата Мосгордумы Олега Шереметьева. Мы понимаем, что без указания мэрии Москвы это не могло быть произведено, потому что Олег Михайлович был слишком неудобным депутатом. Мы категорически против политических репрессий, мы настаиваем на освобождении Олега Михайловича, и поэтому встаем в пикеты в его защиту. Нахожусь в пикете в защиту Шереметьева Олега, депутата Мосгордумы от КПРФ, оппозиционного депутата, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. Олег сейчас находится под домашним арестом, фактически изолирован от своих избирателей, не может трудиться и не может, как прежде, критиковать мэрию за коррупцию, за платные парковки, за то, что председатель Мосгордумы имеет доход в 2 миллиарда рублей в год за 2019 год, это официально. И именно за это его и репрессировали. Мы требуем освобождения Олега, считаем, что его преследование политически мотивировано.